всем целеустремленным ребятам пожелать удачи. Наталья Михайлова и Андрей Максимишин. Вот еще красивейшая, элегантнейшая пара, которую тренирует Александр Жулин. Знаете, после обязательного танца они были даже третьими. Но оригинальный исполнен на четвертое место, а произвольный даже на пятое. Итоговое место их четвертое в протоколе, и они в показательном шоу. Наталья Михайлова и Андрей Максимишин. Почему-то очень логично, по ощущениям, когда пара Александра Жулина катается под романтическую композицию Стинга. Есть в этом что-то такое загадочное. Какие показательные выступления в Санкт-Петербурге могли бы пройти без участия этой фигуристки? Да, ей не удалось подняться на пьедестал почета,